по-всякому. Вот так. Со второго этажа. О, открыла я. С мамою жила, бо він там у Альони жила, я тут жила у мами, а ту, а цю зиму я вже там зимувала, а мама там у Польщі. Веранда отака. Ну, вот это дверь входная. Обои поклеены. Это фриз сделанный. Потолки пошпаклёваны, покрашены, да? Да, там треба було до входа. Уж таке було зірвалося таке. Еще хатка на двух, на две комнатки. Вход центральный, лестница. Со второго этажа и пошли двери все в комнаты. Раз, два, три, четыре, пять. И выход по лестнице на первый этаж. Первый этаж. Котел стоит, ванна с туалетом. Бабу вашу фоткай туди, і з хазяйкою подаєте. Що, що, вас не зацепить? Іди разом, бо туди войди, кажуть. Оце грубка, грубка. Така дуже хороша, тепла така, хрупка. Що страшно, тому що це жилий дом. Люди тут живуть. Ну і виход. Дві комнатки. Дві комнатки. Нашу вже щитати. Угу. Ця комната. Ну тут от, отут. Прихожа. Прихожа така. Хороша. А всього спальня чи тільки? Всього спальня, виходить, на второму этаже. Три спальні. Три спальні. Зала і приходжу. Да. А ну-ка. Угу. От. Спальня теж така. Така рубка. Можна топити дровами при желанні. Вдруг, будь ласка, не рубка.